Как за 15 минут помочь себе и другим? Минимум 15 минут в день уходит у тебя на ничего не деланье. Но именно за это время ты поможешь пережить тяжелые дни сотруднику, спросив, как у него дела. Общаясь с близкими минимум 15 минут в день, сбережешь душевное здоровье им и себе. Смотри подробнее на piaasi.ee. Держимся вместе!